Ты что ж, из больницы сбежала, что ли? Ага. Где болит? Да уж, нету боли. Прошло. Между прочим, меня зовут Дашей. Ну и что мы будем делать с коморкой нашей? Мне деваться некуда. А что случилось? Не здешняя я. В институте училась. А сюда как попала? Знакомый позвал. Художник. Здесь был ужасный развал, а я типа следила за чистотой. А в больницу-то с чем? Ну прям святой. Ни заразы, не бойся. Просто крыша сползла. Неудачный роман. Влюбилась в козла. Крыша? Это как? Отклонение, да? Да какие отклонения? Нет, хрень, ерунда. Это вы с отклонениями, бесовская рать. Мертвоеды. Ты что ж так сразу орать? Вот тебе не хотелось отбросить коньки? Коньки? Ну, копыта, допустим, с тоски. Не хотелось тебе репу размозжить кирпичом. Ты что, с дуба упала? А я здесь при чем? Извини, перегрелась. Не по делу, галдеж. Хочешь, пол здесь помою, если тряпку найдешь? А, это ж платье. А можно я надену его? А то кроме пижамы у меня ничего. Ну и как же ты жить собираешься, мать? Молодую и красивую невозможно сломать. Ладно, леший с тобой. Оставайся пока. А меня не боишься? Себя? Мужика. Все-таки с мужчиной в четырех стенах. Который, между прочим, отнюдь не монах. А тогда же веселее, когда поем. О, повеселимся вечером. Выпьем с боем. Ну, песня тут не хитрая. Погладить бы надо. Какая мне будет за это награда? Награда за платье? Да плачь при чем? За стол, за жилище. А, вот ты о чем. О любви. О чем же? А я о другом. Утюг бы мне. Ладно, вернусь утюгом. А все же, сынку, шлепни подлеца! Меня конкретно очень может быть. Убьет навряд ли, но придется туго. А ты ему понравилась, подруга. Хвост распустил, поет, как старый кочет. Он метит в нас! Вправду ведь замочит. Чего ты, дура, ржешь, не понимаю? Да ты совсем дурная! Держись, покуда тротайка тянет. За той корой он вряд ли нас достанет. По-моему, этот Мироныч не слишком в уме. Да он-то в уме. Не смотри, что сидит на дерьме. Какую же надо и волю иметь, и смекалку, чтобы эту огромную приватизировать свалку. Я вот с приветом совсем по уму инвалид. С чего это вдруг? Потому что остался без плит. Гаврил Чугуровец. Зато ты в глазах моих вырос. Но ведь и тебя зацепил этот пакостный вирус. Зачем ты, к примеру, нахапал помойных колбас? Продам, заработаем денег. Ну, знаешь, я пас. Травить неповинных сограждан гнилой колбасой? К тому же ворованный, стой! Говорю тебе, стой! Ты что, не в себе? Ты шакал, ты из самых отпетых! Я дальше не еду! Послушай, она же в пакетах. Клиент не такое сожрет по дешевке, квиты. Да ты же преступник! Тем более денег на плиты потребуют втрое, и хватит молоть ерунду! А ну отпусти, а не то я сойду на ходу!
красиво. Тебе никогда не хотелось в матросы? Да как-то не думал. Просторы, волна, альбатросы. Вот было бы классно куда-нибудь плыть без предела. Эх, жаль, что морская работа не женское дело. Нет, если, конечно, корабль набитый товаром, и я в нем хозяин, куда-то плыву за наваром, тогда я согласен, что море хорошая штука. Продать, наварить, нахимичить – ужасная скука. Скажи, неужели не хочется эту планету узнать поподробнее? Возможно, но времени нету. Где Гена? Он здесь, отдыхает. Нажрались и рады. Ему же нельзя, он же может не выдержать, гад. Ну что, он насосался, опять забылые повадки. Ты всех нас подставил. Да что, мне все будет в порядке. Кричит за болтыга, опять захотелось в психушку. Родная твень. Поднеси ему лучше чекушку. Водяра налей. Отвали, обойдемся без пугал. Засохни, соплюшка, пока не поставили в угол. Заткнись, и вы все тут заткнитесь, поганые рыла. Чего? Ничего, ваша котла больного споила. И ведь сколько держался, и снова завис на кошмаре. Ну, выгони их, пропадите вы пропадом, тварь. А ну, клиняйте отсюда, и чтобы ни разу. Смотри-ка, этот туда же... Урою, заразу! А ну-ка, Аркаша, устрой ему сальто мортале. Сейчас я его отоварю. Ну все, блин, достали! Недоверчивый! Как тебя, ху? Ты чем занимаешься там, наверху? Буквально часами, не спя, не жуя! Он сосредоточен на истинном я! А я, ё-моё, что ли, ложный? А ты всего лишь заложник мирской суеты. Урвать, перепрятать, добиться, успеть. Ни душу проветрить, ни вечное спеть. Лишь жалкий расчёт и жужжание в темне. Какой тут я? Ни свободы, ни времени. А этот? А этот все держит в горсти. И долго он я свое будет пасти? Всю ночь. Я балдею от братьев твоих. Ложись на диван, здесь как раз на двоих. Ты хочешь, чтобы мы легли вместе вдвоем? Чтоб я расплатилась за теплый прием. Ну зачем же так прямо? Изволь, заплачу. Но я ведь тебя не люблю. Не хочу. Ай, давай обойдемся без вычурных слов. Ведь кроме любви есть лечение полов. Вот я подхожу к тебе, чувствуешь, вот, за ушком целую, ласкаю живот, ну, чувствуешь? Нет. Но ведь хочется. Нет. А ты вместо «нет» скажи «да» мне в ответ. Ну, я не могу, без любви не могу. А ты притворись. То есть, раз я в долгу, то значит должна. Хватит дуру ломать, не девочка все же, должна понимать. Любить без любви, по нужде, по уму. Мне секс нужен, секс, мне любовь ни к чему. Да что же ты, милый мой, в нем понимаешь? О, могу показать. Не пугай. Обижаешь. Без трепета, наспех, как псы под кустом. Вот книга, прочти, остальное потом. Наука любви, это что ж за наука? О виде на зон, тут стихи, ну и скука. Прочти, не ленись, поумнеешь, быть может. Ты думаешь, это в любви мне поможет? Он кто был, сексолог? Нет, он был поэт. И жил до тебя за 2000 лет. Ай, да что же тогда понимали в любви? Читай, и на психику мне не дави.